Всем доброго времени суток. Я сходила на этот же участок леса, которым было видео ранее. Как видите, убрали, вернее, начали убирать валежник, вернее, правильный валежник. Хотя бы убрали с дороги. Ну и кое-что немножко все-таки поубирали уже в самом лесу. К нашей радости, правила о сборе валежника немножечко изменилось. Раньше было написано просто, что можно собирать ручным способом. А теперь появилось пояснение. Ссылочку на это пояснение я оставлю в описании. То есть в Свердловской области у нас можно собирать ручным способом. То есть с использованием бензопилы, пилы, топоров и тому подобное. То есть это вполне возможно. Надеюсь, у нас вот эти вот завалы уберут. Хотя бы пускай не сейчас зимой, а летом, так как снега довольно-таки много. Уже, как видите, дорога практически не чищенная. Даже ходить очень тяжело. Хотя эта дорога идет вот вообще рядом с поселком. Так что для тех, информация для тех, кому нужны дрова, потому что все это валяется сухое, абсолютно сухое. Это сухостой упал из-за ветровала. То есть все абсолютно подходит именно для топки в печках. Все уже сухонькое. Так что приезжайте, пилите. Все это можно. Вот сейчас покажет камера. Это получается немножко дальше, уже не такой завал, но все-таки сухостоя довольно-таки много. И сухостой вот именно что стоит. Видите, очень много еще таких деревьев, которые в дальнейшем еще упадут. Ну и вот последний тут кадр. Это получается тоже совсем недалеко от поселка. То есть это я вообще стою, получается, на стадионе и все это снимаю. Весь этот завал происходит вокруг стадиона. Вот тут у нас сейчас покажет клуб, каток и сам стадион. То есть поселок.